7 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия образования национальных вооруженных сил Республики Казахстан и 77-летию Великой Победы. Аким области Серик Шапкенов принял участие в мероприятии и поздравил сотрудников обороны с Днем защитника Отечества. И ряд военнослужащих были награждены благодарственными письмами. От всей души поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Этот праздник – символ мужества, чести, отваги и патриотизма. Желаю почета в сохранении спокойствия нашей страны. Надеюсь, что эта деятельность будет проходить на высоком уровне. С праздником вас!